такой вопрос. Идет действительно настоящая информационная война, и в Германии, в принципе, информация правдивая с Донбасса не доходит. Доходит только то, что дает официальный Киев, ну и, в принципе, проамериканская информация. Вот на немецком языке 2-3 слова для немцев. Вот, что здесь на самом деле происходит, вот чтобы немцы понимали. Глазами реально очевидца, который приехал из Германии. Geehrte Damen und Herren, was Sie schauen aus in deutsche Fernsehen und lesen Sie in Zeitung, das ist alles falsch. Wenn Sie wollen, dass alles schauen, was richtig oder falsch, Sie sollen selbst gekommen in Donetsk oder Lugansk und dort schauen, und was sagen diese Leute. Das ist Ihre Hauptsache. Wollen Sie mich glauben oder nicht? Понятно. Спасибо большое. Позывной немец у ополченцев. Всего доброго.